Черные появились позже, со стороны ботанического сада. Черные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? А это... Что такое? Черт! Черт! Да что же это творится? Артём, просыпайся. Артём, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан! Ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Что война будет. Готовились. Это народ в светлое будущее верит. А начальство в конец света. И что, помогло?
Не успели даже добежать. Так 30 лет все простояло. Ничего, нам больше достанется. Тут одного оружия, а лекарства... Да с этим богат. Здорово, Артём. А этот парень, кстати, был в той группе, которая D6 нашла. Да, сразу же тон дали. А я вот в новобранцах 2 года гонял, пока меня в орден приняли. Так о чем мы там? Не знаю. Я вот не могу никак привыкнуть. Реактор заработал, свет есть, тепла сколько хочешь. А мне как-то не по себе. Не может быть так хорошо. Не знаю, как вы, а я на поверхность каждый раз, как в последний. Слышал, что с группой Романова случилось. С Романовым? А с ним-то что могло стрястись? Он же в лазарете валяется, с того самого похода в Великую библиотеку. Выписали его. На той неделе его группу отправили через болото на базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты! Вся группа полегла? Там же вроде все спокойно было на болотах. Видишь вешки? Идешь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Черт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрет ничего, людей не замечает. Будто только он, да Бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что Бога тоже нет. Давай, давай! Тебе еще 5 Ты посмотри на тех 2 салаг. Неудивительно, что полковник приказал удвоить время на физподготовку. Отлично! Работай дальше. Резче надо! Резче! Спину ровнее! Слышал о твоем подвиге, пацан. Уважаю. Говорят, на болотах завелась какая-то нечисть пострашнее этих твоих черных. Туда лучше не соваться. Круто ты поджарил этих черных. Здорово, герой. Привет, Артём! Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя... Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности ни шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай, зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять, бьют они больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Ага, отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. Обычно носят по 3 ствола. И выбор их зависит только от тебя, Артём. Проверка мишени. Омерзительно! Вы что, специально? На такие лучше стреляете? И не говорите, что пристрелки! Я сегодня все пристрелял сам! Будете у меня за посинение тренироваться! На исходную! Заряжай! Огонь! Проваливайте с глаз моих головой! На исходную! Заряжай!
пистолета никуда. Надежная машинка и точная. Проверка мишени. Это просто праздник какой-то. Что за результаты? Вы с чем-то целитесь? Я вас до седьмого пота гонять буду. Пока все десятки мне закрытыми глазами ставить не начнете. На исходную! Лучше дробовика в ближнем бою ничего нет. Главное, не пытайся издалека стрелять. Бестолку. Попробуй выбранное оружие в деле. Если захочешь посмотреть что-то еще, возвращайся. Артём, испытай-ка сталинские пушки. Я сегодня все пристрелял сам. Будете у меня до подчинения тренироваться. Попробуй выстрелить в центр груди обычного манекена. Огонь! Молодец. А теперь стрельни по бронированному манекену. Улавливаешь разницу? Броню пробить. Много патронов надо. Так что смотри, если попадаешь в сердце, значит враг бронирован. Попробуй выстрелить в голову. Вот уж попал, так попал. Чувствуешь разницу? Ну, вроде бы основа ты усвоил. Можешь потренироваться еще или отправляться к медику за заданием. Если серьезно стрелять понадобится, я лучше на трачей наберу, чем вам оружие дам. Проваливайте с глаз моих долой! На эскорту! Выдали сегодня приказ? Заходи! В метро про находку дышать говорить ни с кем нельзя. Нахватаемся мы тут радиации. Объект чистый. Да чего не сейчас точно. Замеряли. Мы вчера обходили двери. Закрытых еще тьма. Некоторые завалены даже. Другие без замков. Мы изнутри запирали. И что? А то, что из-за некоторых фонит хоть яйца запекай. Ну, тут же реактор. От него может. Не может. Он вообще в другом конце. Я говорю тебе, это место только кажется таким безопасным. Может, это и не бункер никакой. Мельник вызывает себе тогда? Командира в звене. Не будет знаю. Будет большое собрание. Но двери эти заперты, видать, неспроста. На эскортную! Заряжай! Огонь! Что-то жареным запахло, а? А я вчера дежурил в командном пункте. Ну и подслушал случайно. Что-то начинается. Ты о чем? У красных мобилизация. Загребают всех подряд. От стариков до подростков. Учение, учение. Точно война будет. С кем воевать-то будут? С кем всегда, наверное. С фашистами, с рейхом. Про фашистов слышал, кстати? Наши посты засекли сразу 3 разведгруппы рейха. На поверхности! Их там отродясь столько не было. 3 группы? Где? 2, недалеко отсюда. Ищут что-то. В засаде серый был. Говорит, похоже, вход ищут. Черт. Думаешь, знают про Д-6? Может и нет, но подозрительно это. Полезут, так получат. Мельник охрану втрое усилил. Да потому и усилил, что знает о фашистах. Но все же, если они путь узнают, думаешь, орден выстоит против них? Орден не воюет с государствами. Мы же все метро оберегаем, все человечество. От чудовищ, от мутантов. Кто на нас пойдет? Я ведь не досказал. Была и 3-я группа фашистов, помнишь? У ВДНХ ее видели, наверху. У нас там был внешний дозор, каленый и скальпель. Но вот они передали, что видят фашистов, большую группу. Потом передали, что фашисты видят их. А потом связь оборвалась. Погоди, погоди. Это что, каленый пропал? Не пропал. Нашли его. И скальпеля. Оба свинцом нашпигованные, по контрольному бою. Не может быть. Я же с него 3 дня назад только... День рождения у него был. Что за отморозки это сделали? А это что за бес? А что, вы хорошо разбираетесь в бесах? Так, Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота!
Ты про Лесницкого-то слыхал? Михалыч, ты о чем это? У ребят из охранной лаборатории спроси. Черт! Что он там уже натворил? Открываю. Ладно, пошли. В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жен и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду! А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и могил а все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо. Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкого... не раскаленную арматуре, но загонит глубоко в душу. А я, как назло, без вазелина. Ладно, пошли. Да, взять-то мы D6 взяли, но сколько ждут выходов и входов? Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Говорят, Ганза укрепляет свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что к красным и к фашистам поближе. Фашисты зашевелились. Только что в штабе шум был. Они с красными на поверхности сцепились. Два ударных отряда. А что они поделили-то? Да кто их знает? Че они вообще на поверхности делают? Отродясь же ж не совались. Штабные шепчутся, что это они входы ищут. К нам, сюда. Шило в мешке не утаишь. Как мы это место нашли... Всем остальным тут же приспичило. Думаю, придется делиться. Сидишь ты в яме с голодными волками и думаешь, придется делиться. Они сами тебя поделят, брат, на части, а потом друг друга. Они никогда еще на орден не замахивались. Это потому, что орден всегда был как еж. Мяса мало, да и то попробуй возьми. А теперь-то мы мяском обросли. Можно и пооблизываться. Слышали про Рыжего и Каленого? Говорят, фашисты. Ну, если это они, Мельник такое не забывает. Из-под земли достанет всех. И замочит в сортире. Да шутимся мы, точно тебе говорю. Знаешь, такое ощущение, как раньше, до войны еще, летом. Перед грозой душно так становилось, дышать невозможно. Вот и сейчас. Да мне 2 года было, как война началась. Мельник я вообще приказал отовсюду людей выводить. Всех забирай сюда. А ты не про грозу какую-то. Послушаем, что на собрании скажет. Дерьмовое у меня предчувствие. Когда мы D6 нашли, помнишь, Мельник говорил? С этим богатством, с этим оружием. Людьми опять станем. Поверхность от мутантов очистим. Человек снова будет звучать гордо. Ну, а ты чего ожидал? Голодные собаки такой жирный кусок учуяли. Ясное дело, передерутся. Да я просто думаю... Нам вроде мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызывают? Говорят, красную мобилизацию объявили. И еще такое слышал. С Ганзы. Что там? Говорят, красные засылают через нейтральные станции агентов на Ганзы. Что-то готовят. И фашисты, похоже, узнали про нашу сокровищницу. Ищут теперь. А они вообще знают, что тут есть? Или так? Ну, знаешь, если бы думали, что тут склад памперсов, не рвались бы так. А если и вправду найдут входы? И штурмовать? Каждый наш 5 красных стоит. На фашистов обменный курс не хуже. Ну и что? На красной линии 1015. Герман, народ. Эти к Мельнику в штаб, по вызову. Так точно. Проходите, а я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам, потом... Без вас. Артём, я чувствую,
Я просто уверен, что уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артем. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорит, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали? Повторите. На вас напали? Так, Артем, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные — худшие из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, черный один, он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его! Убийца! Вы совершаете ту же ошибку! Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. Артем! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров! Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед! Что застыл, кролик? Давай за мной. Артем, скажу прямо. Черный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача — перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Если ему удастся уйти, метро может ждать катастрофа. Так что если не сможете взять живым, берите как получится. Есть! Выполняйте! Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в головы и управляли нами, как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаем монорельс. Кролик, это место себя исчерпало. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его. Завершить начатое.
Раньше все это было обычным делом. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим.